нас вы сегодня приветствуете. Михаил Смирнов. И я помню, вот это не будущий Гребенщиков, это практически настоящий Василий Герамов. Нет, Герамов говорит он, может быть, Каруза? Ну что ж, Петербург, он все-таки не зря считается столицей России. Кстати, когда мы праздновали предыдущий юбилей военмеха, мы со студентами пытались на сцене показать одну из ваших программ, которыми просто переполнена была жизнь военмеха во внеурочное время. И мы пели оперы, мы пели все, что вы написали когда-то, 30-40 лет назад. И эту традицию все равно подхватили. И неудивительно, что действительно военмеховцы посвящают городу на небе прекрасные стихи и песни. И одна из таких песен сейчас прозвучит. Музыка Александра Трофимова, слова выпускницы 2010 года Ольги Кузнецовой. «Мой Петербург» исполняет автор. Встречайте аплодисменты.